Привет! Как же приятно вас встретить в новом году. Надеюсь, что салаты у всех были вкусные, оливье не испортился, а шуба была вот такой вот толщины, и никто не экономил на салате. И, естественно, я убежден, что каждый из вас нашел свой подарочек под елкой. Мне Дед Мороз подарил масса всего. Когда-нибудь, может быть, даже расскажу. Во время стрима. Но я, кроме шампанского и салатов, еще ночь провел за прослушиванием и просмотров обращений президентов. Что-то мне так захотелось на эту ситуацию взглянуть в комплексе. И я послушал новогоднее поздравление Зеленского, Путина и, да, Лукашенко. Нужно признать, что в этом году Владимир Александрович Зеленский сделал работу над ошибками и записал прекрасное обращение. Здесь уже не было вот этих вот дебильных фраз на тему «какая разница, как называется твоя улица» или о том, что нам нужно всем мириться. Причем сказано это было год назад в таком контексте, что мириться и находить взаимопонимание в рамках свободной Украины. Теперь все обозначено очень и очень четко. Так вот, если сравнивать обращение трех президентов, могу вам сказать, главное различие слов, которые говорил Зеленский, от того, что говорил Путин и Лукашенко, очень и очень простое. Путин и Лукашенко не хотят уходить, хотя прекрасно понимают, что этот их политический цикл подходит к концу. Так что же сказал самого важного, по моему мнению, Владимир Александрович? Дорогие украинцы, до конца 2020 года залишаются лічені хвилини. Час підбивати підсумки, робити висновки, говорити про плани та цілі. Нудно? Детишки, беспроигрышный вариант. Да, 95-й квартал рулит. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас намагалися посварити, але не вдалось. Те, кто підтримував Україну завжди і продовжує це робити. Здесь важно смотреть на видеоряд, потому что на кадрах мы видим внешнеполитические контакты и приоритеты нашей страны. И это, конечно, как раз о будущем. И, знаете, получается, что Владимир Александрович Зеленский декларирует четкую проевропейскую, прозападную позицию. И это же здорово. Между прочим, я смотрел еще поздравления Петра Алексеевича Порошенко. Он тоже говорил о Европе. И как это ни странно, то мы сейчас видим полнейший консенсус политических элит в части внешней политики. Преемственность. Да, Зеленский не любит Порошенко, Порошенко не любит Зеленского, но Украина-то у нас одна на всех. И вот все мы были как у фильмах, когда кажется, что врятувати могут только супергерои. Дорослі не вірять у їх існування. Але цьогоріч, як і у 2014-му, ми знову переконалися. Супергерої існують. І до наших військових доєдналися наші медики. Мені кажется, важно, що президент фіксує дату 2014 год. Тому що це Рубікон в історії незалежної України. Тому що іменно в 2014 году вопрос виживання України зависів від наших воєнних. Ну, а от кого вони нас захищали? Президент України не говорить, але ми можемо проговорити це чітко. От російських захватчиків. І ми точно не маємо іншого варіанту, аніж бути супер Україною. Так? Так, це був рік, де, на жаль, катаклізми руйнували житло і природу. І рік, де, на щастя, ми руйнували стереотипи. Наприклад, що в Україні неможливо робити хороші дороги.
Велике будівництво, кадри з квадрокоптерів і ще слова о том, що хватить займатися всякими корупційними діяннями. Ну, хтось, мабуть, вспомнить сразу про Татарова, но ви согласны, що це ж новогоднє поздравлення? Здесь всі острі углы, всі негативні емоції, вони просто убираються. Після когось залишаться пости, а після когось залишаться мости. Цей рік показав, що для громадян з Донбасу і Криму можна зробити сучасні КПВВ, де їм стане остаточно зрозуміло, хто ставиться до них як до людей, а хто як до заручників. Обратите внимание, как написаны титры, то есть расшифровка слов нашего дорогого президента. Слово «заручники» взяты в кавычки. Хотя, почему в кавычки? Ведь действительно, люди, которые остались на оккупированной части Востока Украины, являются заручниками. Рік показав, що можна про армію говорити, а можна зробити для безпеки і оборони найбільший в історії бюджет. Що держава може почати спільне будівництво корветів і вперше за часи незалежності України замовити у Антонова 3 нових українських літака. Тут немножечко прибрехал Владимир Александрович, потому что заказа на самолеты нет. Есть меморандум между Министерством обороны и госпредприятием Антоновым. Ну, вы понимаете, контракт и меморандум – это разные понятия. Но будем все-таки исходить из того, что и контракт будет подписан. Ну, в части того, что можно говорить про оборону, а можно действительно заниматься армией, это опять этот упырек Петру Алексеевичу Порошенко. Ну, насколько я понимаю, Владимир Александрович, он просто без этого не может пройти ни один публичный спич. І найголовніше, цей рік нагадав нам, що... Що таке тиша? Слова сьогодні не стріляли. Дні, коли в новинах кажуть, за добу немає втрат. Тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни. 158 днів перемир'я. Отлично, он говорит, эмоционально, и это важные слова. Это действительно достижение команды Зеленского, потому что за счет своей вот этой вот супермиротворчести или миротворчества они достигли первых шагов на пути замораживания конфликта. Но, к сожалению, это никоим образом не ведет к деоккупации территории. И опять же, вопросы войны и мира, они так и будут зависеть от позиции соседнего государства и его президента. Я говорю сейчас о Путине, потому что, понятно, если им сильно захочется рассказать, что Медведчук может, кроме русской вакцины, еще и принести русский мир, они по команде могут валить начать со всех орудий. Так уже было неоднократно. Не бездоганного? Так. И це правда. Та хіба через це непотрібного? Ні. І це також правда. Знаєте, ви ще зовсім маленькі і, можливо, не до кінця розумієте, чому так відбувається, але зараз мусите точно знати одне. Українські захисники найкращі в світі. Вони сміливі і дуже-дуже-дуже сильні. Та, на жаль, так стається, і декого з них Бог забирає до себе на небо. Найкращих і найвідважніших. Цього року ми дуже старалися, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Щоб вони і далі могли нас всіх захищати. Хочеться в це, звісно ж, вірити. Но мир в нашій країні залежить не від президента України. І не важливо, яку фамілію
он носит. Ну и, конечно, я абсолютно согласен, что наши защитники самые лучшие. Дорогі українці, наступного року ми будемо відзначати 30-річчя нашої незалежності. Ми великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава. У нас є Шевченко. И не один Шевченко, и это здорово. Естественно, не пройтись по нашей тысячелетней истории, но куда это? Без этого никак. Я буду робити все, щоб і через рік, і в усіх наступних роках, в цей самий день і час, мені було не соромно дивитись вам в очі. Я хочу не казати на Банковій в Києві, що в Україні настане мир, а сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати «Крим – це Україна» не в інтернеті, а на піску, на пляжі в Ялті. На українському піску, українського пляжу, української Ялти. Владимир Александрович наступил на самый больной мозоль Владимира Путина. И вот этот аспект его выступления будут обсасывать на всех российских пропагандистских помойках. Они будут говорить о том, что Зеленский зло, что он неправильный президент. И вообще, почему-то он себе позволяет не слушаться его этого царского величества. Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас... во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна семья, як один народ, як одна країна. Крутые слова и поздравление Зеленского мне лично очень понравилось. Да, к сожалению, не все его заявления, они не расходятся с жизнью. Но это же политика, это же слова об идеальной Украине, к которой мы идем. Но если сравнить слова Зеленского с тем же Путиным, то, конечно, у нас жизни значительно больше. Потому что Путин своим гражданам по большому-то счету предлагает продолжать воевать и умирать за великую Россию. Хотя, если говорить о проблемах, то, понятно, большое внимание Путин уделил непосредственно пандемии. Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности мужества, отзывчивости, милосердия в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Кажется, кто-то культивирует миф о широкой русской душе. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг. С благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Кратко пробежаться по скрепам Владимир Владимирович не мог, кстати. А кто победил в Великой Отечественной войне? Путин? А, ветераны. Просто Владимир Владимирович так часто об этом говорит, что иногда кажется, что это он является человеком, который брал Рейхстаг. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Осталось с нами навсегда. Это, очевидно, Владимир Владимирович говорит непосредственно о себе лично. Ну, если не навсегда, то как минимум на срок после 2024 года. Хотя, кто его знает, что будет. По-моему, вполне возможно, что царь-то может и устать. Также неустанно с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб. Наши военнослужащие в горящих точках за рубежами России. Наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота.
Поразительно, но главные герои 2020 года в Украине и в России одинаковые – это врачи и военные. Единственная, конечно, разница между нашими военными и российскими в том, что украинская армия защищает свою страну, а российская кошмарит и захватывает чужие земли. Пока захватывает, будем исходить, что это явление временное. Но даже Путин говорит, что они за рубежами России. Чем они там занимаются на дальних подступах? Обычно, ну что, бомбят и несут... Нет, они не несут жизнь. Владимир Путин часто произносит слово «мир». Хотя, наверное, хотелось бы ему говорить о «властелин мира» и повторять о том, что однополярный мир закончился. Однако, хочется сказать, уважаемые товарищи россияне, а кто вам угрожает? Кто угрожает вашему миру, вашей стране? По-моему, никто. А вот вы ведете себя не совсем подобающе. И соотечественники, и гости Беларуси, время неумолимо приближает нас к последним мгновениям високосного 2020 года. Но не расстраивайтесь, я останусь с вами и в 2021. Это Александр Григорьевич Лукашенко. Наша опора – богатый исторический опыт. Мы наследники великих поколений белорусов, которых судьба на протяжении тысячи лет ломала и не единожды испытывала на прочность. Но они мужественно и смело строили свое будущее. Вот так вот. Есть не только потомки великих укров, есть еще потомки великих белорусов. И да, и Владимир Путин, который пытается на историю приписать себе. Люди в погонах предупредили наших недругов. Оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний. Я не уверен, что у Беларуси есть действительно внешние недруги. Ну, разве что кроме России, которая почему-то хочет расшириться и эту страну поглотить. И об этом многие говорят, и российское руководство этого не скрывает. Но насчет того, что люди в погонах будут действовать внутри Республики Беларусь, решительно ни у кого сомнений уже нет. Нет. И да, протест белорусский они подавили. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020 в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы. Которым обязательно должен управлять и руководить исключительно Александр Григорьевич Лукашенко. С Новым годом вас! Подписывайтесь на мой YouTube-канал, будьте счастливы, и я желаю всего самого-самого хорошего вам в наступившем году. Отдельный респект моим патронам и патронессам, и наблюдаем, как же развивается военная политическая ситуация вокруг нашей прекрасной Украины, ну и у нас внутри. Все будет хорошо. Я исхожу из того, что Украина называлась, называется и будет называться Украиной. Чао.